Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал соблюдать новый этикет из-за ситуации с коронавирусом. Экс-глава государства считает, что помимо ношения медицинских масок в общественных местах и соблюдения дистанции, важно научиться приветствовать друг друга с колена или локтя. Также первый президент Казахстана выразил благодарность жителям страны и президентам других стран за поддержку во время болезни. По его мнению, COVID-19 в скором времени пойдет на спад, а разработкой вакцины заняты в 180 точках. But you're out.